Меня зовут Джек Мимо. Я много путешествую и принимаю экстремальные вызовы, где навыки выживания могут стоить жизни или смерти. Вы смотрите «Джек Мимо, выживший в аду». Стоп, 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 парни. Змеюка в отрубе. Вкололи слишком много морфина. Ну что за группа бездарей? Месье Мимун, я люблю ваше шоу. Я большой фанат. Уверена, что здесь площадка для вертолета? Не волнуйтесь, нас тут ждут. Вот уговор. Сначала обыск, а потом уже мы с вами полетаем. Все чисто. Теперь вы. Вы не посмеете. Посмею. Простите? Обыщи себя. Он не в Минько. Летим на этом? Он пережил 6 войн, ясно? Всю жизнь я мечтала о мужчине, как ты. У тебя натура путешественника. 20 лет назад мой отец уехал из дома и скрылся без следа. Осторожно! Я здесь не за ним, а за тем, что он искал. Никаких больше приключений, пока я как следует не поем. Я здесь! Кошмар! Разбудите меня, кто... Я знаю, что такое боль. Аппендицит. Я прошел через ад. Ну а сам вырезать ты не пробовал? Круиз по джунглям. Тайна Вальверде. Скоро в кино.